В 20-м кабинете Одинцовского центра эстетического воспитания кипит работа. Здесь уже в течение 3 месяцев работает территориальная избирательная комиссия. Сейчас подготовка к выборам вышла на финишную прямую. На подоконниках и на полу лежат рассортированные для участковых комиссий упаковки бюллетеней. Вскоре они отправятся на избирательные участки. Также распределяются марки, которые будут наклеиваться для защиты бюллетеней по выборам Государственной Думы. Ну и, соответственно, подготовка к раздаче всех документов, которые передаем мы от территориальной комиссии к участковым комиссиям. Территориальная избирательная комиссия. Здесь работают 12 человек. С 8 сентября открылись и участковые комиссии. До 13 сентября они принимали заявление о голосовании по месту нахождения. Сейчас они ведут работу по уточнению списков избирателей, по подготовке непосредственно помещения для голосования. Ну, также получают КАИБы там, где будут КАИБы. Ну, соответственно, вот эти дни, 16 числа у них будет тренировка КАИБов и уже окончательное оформление помещений для голосования. На 142 из 171 участка в Одинцовском округе подсчет голосов будут вести комплексы обработки избирательных бюллетеней – КАИБы. Так смогут проголосовать около 85% избирателей. Сейчас в ТИКе установлены эти комплексы. Специалисты обучают работе с ними членов участковых комиссий. КАИБ считает автоматически и выдает протокол, собственно говоря, там нажатием одной кнопки. То есть комиссия подсчитывает только число проголосовавших по спискам. А, собственно говоря, распределение по кандидатам партиям подсчитывает КАИБ автоматически. Но это, соответственно, и снижает вероятность ошибки человеческой и ускоряет очень быстро процесс подсчета. Выборы в этом году пройдут в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Участки будут открыты с 8 часов утра до 8 вечера. При себе необходимо иметь паспорт. Средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки избирателям выдадут. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».